История, блядь, как же, блядь, сказать, на? Как я попал в плен? История, как я оказался в плену от укропа. Ну, давай. В общем, приехали на позицию, выходим, ну, там изначально наши пацаны стояли на тех позициях, там, где этот самый, как раз возле лесополосы. Нас привезли, сказали, что нужно тут, в общем, там дальше, да, это, ну, в общем, нести там дежурство в одном окопе. И рядом вроде наши гранатометчики стояли. Ну, думаю, стоят и стоят, они к нам не подходят, мы к ним не подходим. Проходит время, думаю, да что такое, уже пошли вторые сутки, никто не реагирует, они к нам не идут, мы к ним, и тут вечер. Я смотрю, ребята что-то подбежали, такие, быстренько, надо окопаться, надо удержать позицию, надо окапываться. Думаю, о, пацаны уже окапываются. Я подхожу к ним, говорю, ребята, говорю, слышите? Я говорю, а вы что тут, говорю, окапываться будете? Они такие, ну да. Я говорю, а, ну добро тогда, говорю, мы тут рядом, если что. Они говорят, ну добро, давай. В общем, разошлись, утром, ну все, что ж, до утра подежурили, такие, поворачиваемся. Я думаю, что они к нам не подходят, и мы к ним не подходим. Ну, в общем, там пацаны по-своему что-то грудят, мы по-своему. Сидели, тут вот это же как правильно было сказано, что начали как-то по-разному снаряды летать, что-то те туда летят, те туда. Я думаю, мы уже позиции поменяли просто. Вот. И потом выхожу, смотрю, какой-то парень стоит, и думаю, блин, так надо подойти с ним поговорить, может, он тут старше или что. Ну, спросить, сколько мы тут будем дежурить, уже, я говорю, вторые сутки пошли. Ну, вот. Подхожу к нему, говорю... Слышишь, братан, говорю, так и так, говорю, а ты не знаешь, говорю, кто тут старший, говорю, вообще тут надо разобраться, говорю, потому что мы уже вторые сутки, говорю, в наряде стоим. Он говорит, а ты кто такой? Я говорю, как кто? Говорю, мы же, говорю, с арт-дивизиона, говорю, на усиление приехали. Он говорит, а что у тебя на шевроне? Я поворачиваю, говорю, флаг. Он говорит, а чей у тебя флаг? Я говорю, украинский. Он говорит, а ну иди сюда, я подхожу, он говорит, давай, в общем, это, автомат ложи. Вот, и я все отдал, в общем, и все. И потом второго своего кента забрали? Ну, а тот кент просто сзади шел, и он говорит, давай, в общем, тоже все снимает. А что он сказал? Говорит, не, говорит, мне в наряд надо идти. Не, он вышел, не, он вышел, просто так же самое все поснимал, и это. И говорит, все, давай, говорит, выходим. Поворачиваем, идем, он говорит, я вам новую позицию покажу. Мы идем, я тогда на форму уже глянул, понял, что... Вот, идем, я говорю, я так понял, что говорю, это не с Украины. Он говорит, это правильно. Все. Видео это становится вирусным. Разлетается по телеграм-каналам. Я увидел у Олега Царева в телеге. Наверное, кто-то посчитает, что эта история доказательство тезиса, что мы, украинцы, один народ. Ну, не знаю. Наверное, на гражданской войне на любой такое может произойти.